User joined your channel. Частота какая? 60. Короче, план такой. Какая оптика, малыша. Я всех убиваю, вы штурмуете. Значит, смотрите, в западной части здания есть вход. Вот. Через него нужно произвести штурм. Маклауд, тебе задача отдельная. Ты садишься на БТР и всячески их там попугиваешь. Да, я вот где ты сидел, с того места, только подальше. Буду. Нет, с того места я буду хуячить со снайперки. Простреливать все здание. А, тогда я со стороны города буду хуячить, со стороны запада, блядь. Ой, с востока. Я поехал занимать место. Да, а мы, соответственно, обходим все это дело, пошли. Макол, только не вылезай пока раньше времени. Хотя снимут с этого, с РПГ или с чего-то. Я воль, май фюрер. Белка, может ты пушку уберешь прицелом? Бежишь нормально? Ты торопишься? Не, ну так экономно, но... Все убежали уже, можно ехать. Катись. Колбаской? Помалась паской. А мы позицию еще не заняли, ты подожди. О, щерк уже, блядь, стреляют. По нам. Белка, круто ты завел. Чуть всех не уфигачил. Белочку, куда ты нас? Нормально, давай, за склон прячьтесь. Они живы, а то что-то. А, живы. Маклауд, ты там уже долбишь? Нет, я только еду. Тут какие-то странные машины стали, блять. 20 км в час едут. Может, передачу надо вторую включить? Товарищ командир, разрешите шапку снять? Я говорю, каску можно снять? Конечно, каску да. Так, жду. По старым позициям, наверное, лупанули. Думают, что мы там лежим, может, в кустах. Так, где у нас отель? Справа уже, да, по-моему? Мини-GPS включи.
Может превентивно поработать по зданию слегка? Смотри, как бы тебя там не пухнули. Ну, дальше идем. Пока не надо, Маклауд, подожди. Пусть понервничает, что нас нету, блин. Заблудились. Так, все, 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 тихо, внимание. Отель вот куда я смотрю сейчас с винтовкой. Строго восток. Маляр, не маяч. Так, осматриваю крышу. Крыша вроде чиста. Нам к зданию идти? Да, потихоньку, только не торопитесь. Сейчас я более удобную позицию займу. Так, на крыше чисто, господа. Не очень удачное место сюда. Мы на виду вообще тут. Не говори, как в чистом поле. Подожди, подожди, вы же под моим прикрытием. Сейчас, сейчас я все здание буду просматривать. Ты будешь или уже посмотришь? Так, практически все здание просматриваю. Ну все, следи, я подхожу. Кроме правой половины, подожди, сейчас второй еще. Второй этаж движения с правой стороны, с южной было. Он внутри там. Один человек сейчас. Так, все, я входу в детскую это. Так, все, не торопитесь, не торопитесь. Главное я всем собраться у входа, да. Кстати, МС, ты там шалить собираешься? Ну так, пока был запрет на шалящее. Сейчас, подожди, подожди. Все вы у входа соберетесь, вот где маляр. И тогда уже можно будет пошалить. Где наша шалька? Лео. Двигаюсь, двигаюсь. Почти за тобой. Так, так, так. Кто-то работает. Пока вот. Так, Лео, кто еще с нами? Бир, я подхожу. Кто это стреляет, по? По МС или по Белке? Белка, ты живой? По мне никто не стреляет. Вон он, труп валяется, его сняли. О, снайперюшка, ехай. Его видно, вон, смотри, пятно валяется. Кто командует? Ну, блин, я тогда буду командовать. Давай, если хочешь. Давай. МС, начинай шалить, отвлекай внимание, потому что тут... Понял, вы около заборчика там бегаете, что ли, да? Да. Ого, так ты тоже с этой стороны?
Но мне с этой лучше видно, блядь. А там в городе я вижу только одно окно. Ладно, стреляй. Так. И зарядка. Кроме друг друга я захожу. Подожди, перезарядка. User in your channel, timed out. User entered your channel. Открываю огонь. Давай. Меня поднимите. Сейчас кину домовушку. Меняю позицию. Да поднимите. Бир все отстрелял. Бир все? А где он? А че вы он лежал с западного входа. Да никому не понятно. Да как некому? Я рядом с вами стоял. Там ж простреливание. Че, как тебя понятно? В самом начале, когда атаковали... Да я понял, там же что, прям до ухода ты упал, и там прострел был жесткий. Мы побежали в другую сторону. Понятно. А, ну это я в тебя попал. А мы потом туда гранату стали кидать. Сначала я кинул гранату, и она рванула так, что пипец, аж все там пошатнулось внутри нашего этого отеля. А потом кинул X-Down. Потом X-Down скинул гранату. Она улетела тоже туда же, ко входу. Мы спрятались, а она, прикинь, нас через все укрытия убила обоих. Жесть. F1 бешеный. F1, да, блядь. F1 вообще в жизни не рискнул бы в помещение бросить, если только не за стеной, блядь, плотный стоял бы, бетонный. Бетонную стену она не пронесет. Блядь, все, Маклауд сейчас будет. Да, блядь, БТР. Только Маклауд и остался? Угу. Ну что, тогда БТР-ить? Завершать надо. А че врагов не видно? Плохо.
Зато вас знаешь, как хорошо видно. Что-что? Вас зато знаешь, как хорошо видно. Управимся выше. Да, синеньких. Ну да, голубые эти каски, блин, голубые жилеты. Это ж UN, блядь. А это у синих кто остался? Ява, Лех, Васёк. А, все, короче. Нет, мы с СМФом сдохли. Мы трагично погибли на собственной сами... гранате, блядь. Собственной гранате, да, какие-то бешеные. Ушли к Аллаху, блядь. А белку-то кто снял? Да, его в самом начале ёбнули из снайперки. Да, там Васёк с крышей и... Звёздочкой посреди поля разлёгся, блядь, голову. Белка чёрт не. Главное, мне нравится Белка, надо свалить на Маляра. Спеши. Это самое, Маляр, помнишь, когда Тундра только появилась, как у них там звучало? Только хардкор? Кто появился? Тундра, Тундра. Да, да, да. А как звучала фраза? Только хардкор. Как же, блядь. Ну, как-то повели. Так. Ну-ка вспомни. Так встал на одну ножку на бочок. Мониторит, блядь. Может только War Thunder, только хардкор? Как-то так? Не-не-не, подожди. Как-то по-другому. А, красава, из-за кулера, блядь, убил! За кулером спрятался, Васёк, блядь. Смотри, смотри, сейчас его... Васька, нет? На, ой, видал как? Осколки повсюду. Шиздец. А кто живой-то остался, блядь? Что-то? Никого. Ты только был один. Ну всё, завершай, Белка. А у противоборствующей стороны, так сказать, кто остался? Трое. Да, все, да, кроме только нас, только War Thunder, только Hardcore. А, да. Белка. Отлично. Да, да. Угу. Всё, гранаты хуярит. Андрюха, а да. Мне такое ощущение, что граната отпружинила от потолка и влетела нам обратно, блядь, за шатёр. Сейчас все дело кончилось. Получается, гранатой накрыли кого-то. Ну, так мне кажется, что так получилось. Гранату кинул Икстаунс, после того, как я кинул гранату, и что-то с ней случилось, эта граната, и она убила нас. Она либо осколками нас прорешетила. И Малёр. Меня так накрыло, что я полчаса отключился. Флэш, а я нарванул. Не поздоровал, не поздоровилась. Ты же рядом там стоял, я видел. Да, я был так и отдалённый. Чего? Хеллбой тут. Я тут. О, ништяк. Да, всем здрасте. Привет. Здорово. Привет. Привет. Так а где она рванула? Это самое. Флэш. Да может, вот тогда перейдем в другой канал, пока по тащите поводу меня полностью. Тащите, я не знаю, правда, насчет чего, но тащите меня. Ну, насчет будущих всех турниров и прочего вообще это. Забирай меня. Слушай, прямо сейчас? После да. Игры? Ну, две минуты, не более. Ты белка игру. Ну, блядь. Люди сидят, люди ждут, люди ну, волнуются. Ну без тебя раунд побегают, господи, что ты? Ну ладно, ладно, подождем. Ну перекур, 5 минут. Ну давай, ну, давайте, минут, перекур. Вот, давайте. User joined your channel. Частота-то какая? 60. Да, чтобы волна не сбивалась, рацию когда убираете эскейпом, на вторую волну сначала переключить, а потом опять на первую. Чтобы не сбивалась волна. Раз, раз. Хорошо. Так, я на шепоте, я пошел на второй этаж. А какие планы, ну, командир? Может, все на втором было? Давайте все на втором. РПГшки возьмите. Да-да-да, разбирайте, я одну взял. РПГ, а зачем? Сейчас лупанем. Ну так, да? На всякий случай. Где РПГ, где лежит? Ну вот на этих, стеллажах. На белых стеллажах.
Не на всех, а правда. Все разобрали. Да ладно, на втором этаже там еще лежат. Да, это что было, крыше. Блядь? Хис. О, боже. Я чуть не обосрался от хиса. Слушайте, а меню лечения изменилось, что ли? Потому что я который... Да, да, Ace Mod. А у меня старое, я не могу вылечиться. Ну, тебе надо как-то это самое подключить что-то куда-то, видимо. А не знаете, да? То есть надо погуглить. О, ну, алло. На серьезные игры РФ зайдешь. Ага. Нам отключить в модах Serious Game Mod. Потому что их там сейчас два. Serious Game Kit мод и смод. И Serious Game Mod. Кит мод отключить, да? Да. Но это уже не в этот раз, в следующий сессии. Хорошо, спасибо. А, бир на крышу. Занял второй этаж. Ребят, просьба огромная. Направление 100. Если пойдет штурм, то о перемещениях докладывайте. Принято. Говорим направление просто и все. Я занял второй этаж, направление 100. А с РПГ через стекло стрелять можно? Или оно прям тут лучше взорвать? Не надо.